Три знака зодиака с самой сильной интуицией. Внутренний голос зачастую помогает нам сделать выбор. Верный он или нет, показывает время. Астрологи уверены, что среди трех знаков зодиака чаще встречаются представители, которые склонны выбирать правильный вариант из множества представленных. А кто это, я сейчас вам расскажу, только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на наш телеграм, ведь только там ты узнаешь свое будущее бесплатно. А мы начинаем. Третье место – Скорпион. Интуиция скорпионов всегда работает на полную мощность. У них есть способность видеть людей насквозь, считывать мысли и определять истинные намерения. Представители этого знака всегда относятся к окружающим с осторожностью. Но спустя некоторое время общения безошибочно видят в знакомых хорошее и плохое, поэтому обвести вокруг пальца скорпионов невозможно. Второе место – Стрелец. Стрельцы умеют правильно оценивать ситуацию и принимать верные решения, анализируя данные. Звезды советуют переваривать мысли в тишине. Пословица «утро вечера мудренее» – это про стрельцов в прямом смысле. На свежую голову представители этого знака соображают молниеносно и совершенно точно. И первое место. Рожденные под этим знаком отличные наблюдатели, которые на основе увиденного делают верные выводы. В отличие от других знаков в этом списке, они всегда в первую очередь прислушиваются к себе, действуют непредвзято и исключительно по зову своего сердца. И это рыбы.